Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Я снова в магазине Fix Price и приглашаю вас вместе со мной посмотреть на его новинки. Этот Fix Price находится в городе Балашиха, станция Никольская. Давайте приступать смотреть, что же появилось нового. И первая новинка — это вот такие сухоцветы для интерьера и флористики. Состав таких сухоцветов — ивовый пруд. Также в продаже появились кашпо большого размера. Я вам показывала уже такие кашпо в виде леечек. Ну, качество оставляет желать лучшего. Эти покоцанные ручки. Причем, я так посмотрела, они практически у всех покоцанные. Ну и, как всегда, два варианта. Это с птичками. И вот такая вот растительная тематика. Причем отзывы на них плохие. Вот эта бумажная картинка размокает и уже не имеет это кашпо такого красивого вида. Кстати, только сейчас заметила. Нет, не рекомендую. Смотрите, какие красивые крышки, яркие, с рисунками даже. Там под наклейкой какие-то ягодки, вишенки. Это полиэтилен, 5 рублей стоит такая крышка. Также есть сливные крышки, но на них плохие отзывы. И обычные жестяные крышки для консервирования, 3 рубля 30 копеек. По-моему, дороговато, не знаю. Какая интересная новинка — это подставка с колбами. Есть вот в таком коричневом цвете, в сером цвете. Висят колбы. Не знаю, для чего это надо. Выглядит достаточно хлипко. 5 колб в комплекте. В коричневом цвете квадратная форма. В сером цвете круглая форма такой подставки. И состав — фанера, стекло, производитель Россия. Странная новинка, непонятная. Использовать как вазу и все. Интерьерное панно 99 рублей. Издательство «Презент», Россия, размер 28 на 18 сантиметров. Разные варианты. И эти панно дополняют коллекцию «Африка». Много новинок, ценников пока нет. Попытаюсь узнать либо на сайте, либо у продавцов. Если где-то вам не назвала цену, сильно не ругайтесь. Деревянная фоторамка на 4 фото размером 10 на 15 сантиметров. Фотографии подвешиваются при помощи вот этих клипс, зажимов. Производитель Россия, издательство «Презент», состав — фанера березы, фурнитура, краска на водной основе. Вот такие домики. Еще один вариант такой фоторамки. Смотрите, не найдете одинаковых. Есть вот такие варианты. Ну, это дерево. Без этого, я так понимаю, никак. Стоимость этих фоторамок 199 рублей. Также такие рамочки есть и в белом цвете. Фанера березы. Бумага, ламинация. Это также издательство «Презент», Москва. Такой деревянный сувенир. Скорпион. Называется. 149 рублей. Разные есть варианты. Сейчас вам покажу. Кинжал. Мачете. Где ручка переливается. Причем в разных цветах. Вот тоже еще один кинжал. Но здесь уже как-то... Вот эта ручка переливная, криво приклеена. По-моему, дорого. 149 рублей за непонятную фигню из дерева. Да еще и криво приклеенную. И вариант стилет. Также вот издательство «Презент» новые настенные часы. Материалы ЛХДФ. И часовой механизм. 299 рублей. Разные варианты. Какой именно в коробочке, указан на коробочке.
Еще такой есть вариант. Вот такие шкатулки я вам в прошлый раз показала. И появилась одна у нас такая вот тут лежит, больше нет. Ключница. С маленьким ящиком, комодиком такая. В виде домика. Также дополняет коллекцию Африка. И здесь производитель Китай. Состав МДФ и сталь. Вот она у нас одна. Ни ценника, ничего нет. Даже на эти еще ценник не появился. Я вам в прошлый раз на сайте смотрела, сколько стоит. Еще есть новинки. Тоже серия Африка. Это декоративная тарелка. Вот здесь есть ценник, слава богу, 199 рублей. Симпатичная такая тарелочка. Тарелка деревянная, материал МДФ. И также серия Африка. Вот такие шкатулки. Ну что, пойдемте на кассу узнавать. Стоимость 199 рублей. Сделано не очень качественно. Выбирайте. Два варианта расцветок. И вот такое вот наполнение данной шкатулки. За 149 рублей. Смотрите, какие классные декоративные фигурки. Конечно, они шикарные. Но... лично мне такие ставить некуда. Но нравится, мне нравятся красивые фигурки. Материал полирезин. И фикс прайс начинает готовиться к школьному сезону. Стенд вау уже выложили канцелярию. Давайте смотреть, что тут есть нового. Из новинок я вижу точилки механические. Высокое качество. Для стандартных карандашей 8 мм. Есть контейнер для стружки и с антискользящим покрытием. Я брала подобные точилки Фикси. Осталась ими очень-очень довольна. Точилки хорошие. Два режима заточки карандашей. Острый и плоский. Точилки стоят 249 рублей. Больше здесь новинок я не вижу. Хотя чехол для карты и пропуска с ремешком. Тоже такая новинка. Цвета разные. И еще одна новинка в этом отделе – это набор ярких ластиков. Супер мягкие и яркие, с эффектом градиента, высокое качество. Это Хупер-Дупер, Китай, состав ПВХ. На самом деле градиент здесь только на картинке, на самих ластиках такого градиента нет. 55 рублей. Новые расчески с зеркалами, массажные, 149 рублей. Производитель Китай, яркие, красивые, выполнены качественно, мне нравится. Еще один вариант такой расчески, это черная с розовым. Какая классная расческа с деревянной ручкой, 149 рублей. Расческа массажная, щетины средней жесткости, голову царапать не будут. Состав. Здесь дерево, резина, АБС и полипропилен. К сожалению, не указано, какое дерево. Очень надеялась на бамбук. Еще одни расчески за 149 рублей массажные. Прям сегодня много-много новинок в расческах. Это вот такая. Также средней жесткости. Выполнено хорошо, качественно. Никаких претензий. АБС, резина, нейлон. Разные варианты. Вот такая хрюшка-единорожка. И арбузики, и зайчики. Новинки в резиночках. Вот такие резинки. 55 рублей. Три штуки в комплекте. Красивые, яркие, летние. Ну, тянутся так себе, жестковатые немножко. Состав
полиэстер, резина ABS. Еще один вариант таких резиночек, клеточки. И вариант черная, красная и розовая резинка, также в клеточку. Смотрим, какие еще есть новинки в этом отделе. Это вот такие резинки. 5 штук в комплекте. Здесь ценник на 6 штук, поэтому, предположим, цена все-таки 55 рублей. Также жестковатые. Состав полиэстер, резина ABS. Еще один вариант по расцветкам. Имейте в виду, видите, вытягиваются резиночки, с ними надо быть осторожной. Ой, какие классные заколки в виде расчесок. 3 штуки в комплекте.